Здравствуйте, дорогие друзья, вас приветствует канал Модные Шапки-Шляпы. Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, а также ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Сегодня поговорим о том, как выбрать головной убор для женщины после 50. Новые элегантные модели шляпок, шапок или беретов дополнят образ. Выбор головного убора всегда считается очень трудным делом, так как к головному убору очень много требований. Изначально шляпа, шапка или берет должен украшать и дополнять образ. И также, чтобы все перечисленные модели не приминали прическу, но при этом спасали от холода и ветра. Но все это не так трудно подобрать, как кажется на первый взгляд. Ведь современные дизайнеры, модельеры каждый сезон предлагают нам новые элегантные модели. И все же, как же выбрать головной убор для женщины за 50, чтобы остаться стильной и современной? Самое главное в выборе головного убора – это комфорт и удобство, и чтобы был по размеру. Многие женщины элегантного возраста выбирают фетровые шляпы классического стиля. Этот стиль всегда актуальный. С классическим пальто, полупальто или шубой надевайте шапку из меха норки или меха андатры. Определенные модели шапок подойдут из такого меха, как чернобурка. Этот мех пушистый с длинным ворсом. Дополнить свой наряд можно модным палантином или платком. Кожаные кепки и вязаные шапки подойдут для женщин, которые любят спортивный стиль. Что же выбрать для летнего сезона? Для отдыха на природе можно купить панаму из хлопка или модную челму. Дама после 60 лет украсит шляпкой из натуральной соломы, а также шляпа с широкими полями. Это очень статно и стильно смотрится. Лучше всего, если у вас шляпка будет однотонной. Поговорим о беретах. Чешский берет – это головной убор всегда актуален. Шерстяной берет и берет из бархата на вершине модного Олимпа, его с удовольствием носят даже юные модницы. Берет для женщины после 60 лет может быть как трикотажный, так и вязаным. А вот парчевый или бархатный можно носить и летом. Многие дамы в элегантном возрасте не выходят на улицу без головного убора даже летом. Головной убор – это украшение любой дамы. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, а также ставьте лайки, пишите ваши комментарии.